как продвигать бренд, перевести бизнес в онлайн, воплотить свою идею в жизнь. Об этом молодым предпринимателям расскажут специалисты в маркетинге и IT-сфере. Проект «Школа, молодежь и цифровизация» проводится среди молодых жителей городов присутствия госкорпорации «Росатома». Школьники, студенты, молодые предприниматели, в общем, все молодые амбициозные ребята, которые хотели бы реализовать какой-то бизнес-проект, имеют идею, либо, может быть, уже сложившийся бизнес, и как-то хотели бы его цифровизировать. Проект мы реализуем при поддержке информационного альянса «Атомные города», госкорпорации «Росатом». Не только Саров в этом проекте будет участвовать. То есть сейчас получается, что Саров формирует свою команду. В формате онлайн-лекции участники освоят инструменты интернет-маркетинга, копирайтинга и дизайна. Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявку в Центр поддержки предпринимательства. Каждому специалисты отправят ссылку на учебную платформу, где с 1 по 10 июля нужно будет пройти тестирование на знание современных технологий. Тестирование – это не для того, чтобы отсеять тех, кто там не подходит по каким-то параметрам. Нет, подходят все. На основании данных по результатам тестирования будут уже готовиться именно обучающие программы. В процессе обучения начинающие диджитал-предприниматели разработают свой проект, который в дальнейшем представят на ежегодном форуме «Хакатон». В рамках этого форума ребята смогут защитить свои проекты. Возможно, смогут получить какое-то финансирование, но в любом случае получат массу впечатлений, массу эмоций, с большой вероятностью какие-то заказы, возможно, будущих работодателей, либо своих бизнес-партнеров. Обучение продлится до 10 сентября. Все участники получат удостоверение повышения квалификации по специальности менеджер управления диджитал-проектами. Подробнее о программе можно узнать на сайте Центра поддержки предпринимательства города Сарова. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.